я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы здесь, за то, что вы нашли время, за то, что вы поверили в меня, за то, что вы подарили мне 3 счастливых дня, потому что я запомню вас навсегда. Потому что вы первые, потому что я очень рада, что вы первые оказались и такие все классные, потому что это все было очень волнительно и очень важно для меня, чтобы в душе у каждой, несмотря на все вот какие-то негативные нюансы, у вас остались только приятные воспоминания от наших встреч. И я хочу пожелать вам всем, чтобы вы не отчаивались, чтобы вы верили в себя, чтобы вы были успешны. Самое важное, чтобы вы были счастливы как женщины. Все остальное прибавится. Я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо. Конечно же, можно было сделать все по-взрослому, заказать вам рамочки. Да. Просто это еще дополнительный вес. Вес и к моему весу, вес и к вашему весу. Вы у нас все приезжие. Поэтому я решила просто сделать вот такой скромный сертификат. Можно было накидать на компьютере ваши фамилии. Я подписала вам это лично. Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Это самое лучшее. Кидалова Ирина. Галкина Татьяна. Почему все плачете? Конец близок, да? Нет, ни к черту. Касач Лариса. Вера.
наверное, будет сравнивать. Я буду говорить, а только... И начнется, а вот у нас на той была встреча, так что... Спасибо вам за вашу компанию. Причем действительно, вот у меня было слишком много очень таких серьезных моментов. Спасибо, что вы мне поверили в себя. Богданова Анна. Вам спасибо большое, что вы меня взяли, что вы мне нашли место. Потому что я уже думала, как говорила Тома, если двери закрыты, лезть в окно, а у меня была закрыта и то другое, думаю, я буду в другую лезть. Я беру вас. И спасибо за то, что я столько рукодельниц здесь увидела. Девчонки, я просто в каком-то цветнике таланта. Спасибо вам большое. Нас почему-то не успели запечатлеть. Нет, не успели, только вы руками сильно махали. Они привыкли работать. Я могу сказать, что когда позвонила... Ну, ё-моё! Когда позвонила Оксана, она говорит, Тамара, я вот хочу на море, у меня вот тут у мамы день рождения, я из Сахалина, я могу, вы понимаете, какая это дорога, как это дорого стоит, я хотела бы к вам. Я отказала же вам. Ну, вы сказали, позвоните нам, может быть. Я говорю, вы можете, знаете, вы можете позвонить, может быть, кто-нибудь откажется. Позвоните мне, говорю, 18 числа. Я позвонила. И вы не поверите, вот буквально у девушки дядя умер, и она не приехала. И звонит Оксана, а я думаю, ну, девушке не получилось, я никого говорить не буду, все. А Оксана говорит, вы сами говорили, двери закрыты, лезем в окна. Мне это понравилось. Именно поэтому она здесь, я бы не брала. Я ей сказала, что спать негде. Она говорит, я буду где угодно спать. Да, я буду спать на раскладушке в коридоре. Я согласна. На коврике двери. А меня даже нашли в коридорах, я потерялась. С изолона. На трасс. Лебедева Ирина. Кто это? 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 Кто это
Да. Ну как же, сиди, сиди. Ну, садись. Подожди, он... Нет, подожди.